А вот и он. Здорово, дружище. Чё ждёшь? Чё с ним делать будем, как думаете? Так, починится или нет? Психанул, просто насрал вперед. Это привычка артиллериста. В любой непонятной ситуации просто делаешь апкак и все. Так, до конца боя осталось 3 минуты 38 секунд. Все, кто играет на РУ-4, все заходите в бой. Я сдерживаю артиллериста. Я задержал. Одной мерзкой артой в бою меньше. Тихо, тихо, мистер Андерсон. Зачем ты упорствуешь? Зачем? Мистер Андерсон, заканчивай с этим, заканчивай. Чтобы он устал играть на арте. Сейчас он устанет и не будет играть на арте. Вообще-то это ништяк будет. Доброе дело, что сделаем. Тихо. Издеваемся прям с двух ног над бедолагой. Он, наверное, сейчас думает, то, что я лошара и остался без снарядов. А го, кстати, в чат напишем. Патролим союзников, боекомплект пуст. Нормально. Я держу. Что я за скотина такая, да? Как так можно? Так хочется покликать сверху, поднасрать всем в боях. Тихо. Мы еще с тобой не закончили. Павел извращу говорит. Конечно, они над нами издеваются. Чего бы я над ним не должен поиздеваться? Тупо за всю боль. Срут. Лампу ловишь, срет. Невозможно катать. Невозможно. Сколько уже можно-то? Дайте поиграть нормальным ребятам. Что вы за этот сложный класс техники? Садитесь-то, а? Хватит. Устал от вас. Всем, сколько нас? 1473 человека. Еще сколько в записи все это увидят. Все устали от них. Хватит. Аго как в кино. Как тупо как Брюс Уиллис. На последней секунде. Тупо как в фильме Армагеддон. Привет всем тем, кому за 30, кстати, кто шарит. Смотри. Хочет еще что-то. Что-то еще придумал. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пшел вон отсюда. Ништяк. Прям за всю боль.